Астраханцев Матвей. Мне 20 лет, и я актер. Снимаюсь уже более 3 лет в больших проектах, в полных метрах, в сериалах. За последнее время получил очень много интересных новых ролей. Почему-то меня преследует образ стрелка. Я очень часто в камере участвую вместе с оружием, какие-то взрывы, каскадерские трюки. И на самом деле мне это очень нравится. Но у меня была мысль, почему я всегда только такой, в таком плохом образе. И вот недавно создался новый проект, в котором мне дали одну из главных ролей, где я сыграю очень добрую, светлую роль. Это будет очень крутой проект. Его покажут в кинотеатрах, все его очень ждут. Помимо этого, сейчас у меня будет премьера, через пару месяцев тоже полного метра с режиссером Анной Курбатовой. И там очень тоже крутой состав, тоже одна из главных ролей. В то же время активно снимаюсь в сериалах, второстепенные роли, какие-то хулиганы, школьники, интересные ребята. В общем, пробую себя в новом, постоянно себя усовершенствую. Узнаю что-то новое для себя, учусь на съемочной площадке, очень люблю съемочную площадку. Собственно говоря, я открыт для всего самого нового, всего самого лучшего. Вот. Буду ждать предложений, пока что я свободен.